Всем привет! В этом видео я помогу вам узнать ваш уровень английского языка на основе использования предлогов. Давайте начнем. Я представлю вам несколько фраз, в которых отсутствует предлог. Вы должны правильно определить нужный предлог. В зависимости от того, в каких фразах вы сделали ошибку, мы можем определить ваш уровень английского языка. Первое предложение. I like listening music in my free time. Если вам надо несколько секунд, чтобы обдумать ответ, вы можете поставить это видео на паузу. Если нет, я дам вам несколько секунд, а потом скажу правильный ответ. Правильный предлог to. I like listening to music in my free time. Следующее предложение. I'm waiting my friend. Правильный предлог for. I'm waiting for my friend. Предложение номер три. Let's invite him to the party. Нужный предлог to. Let's invite him to the party. Если вы допустили ошибки в этих первых трех предложениях, значит у вас начальный уровень английского языка, и вам надо продолжать учить именно этот уровень. Идем дальше. Фраза номер четыре. I'm interested in photography. Пропущенный предлог in. I'm interested in photography. Фраза номер пять. I arrived the station at 5 o'clock. Пропущенный предлог at. I arrived at the station at 5 o'clock. Предложение номер шесть. Can you pay the ticket? Пропущенный предлог for. Can you pay for the ticket? Предложение номер семь. I asked a chicken sandwich. Пропущенный предлог for. I asked for a chicken sandwich. Итак, если вы допустили ошибки в большинстве из этих четырех предложений, значит у вас уровень А2, и вам надо продолжать изучать именно этот уровень. А мы идем дальше. Фраза номер восемь. It depends many factors. Пропущенный предлог on. It depends on many factors. Фраза номер девять. Is there anything you're really looking forward? Пропущенный предлог to. Is there anything you're really looking forward to? Фраза номер десять. I don't spend a lot of money clothes. Пропущенный предлог on. I don't spend a lot of money on clothes. Предложение номер одиннадцать. He's responsible food delivery. Пропущенный предлог for. He's responsible for food delivery. Предложение номер двенадцать. What films are you keen? Пропущенный предлог on. What films are you keen on? Если вы допустили ошибки в большинстве из последних пяти фраз, значит вам надо изучать средний уровень B1, но только при условии, что у вас все предыдущие фразы были правильны. Если нет, то скорее всего у вас уровень А2, и вам надо изучать именно этот уровень. Но, конечно, надо сказать, что это все довольно-таки относительно, очень сложно определить ваш уровень, не зная, как вы говорите, как вы пишете, какая у вас грамматика. Но я надеюсь, что этот легкий и быстрый тест поможет вам определить примерно ваш уровень и даст вам мотивацию в изучении английского языка и в особенности английских предлогов. Большое спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока-пока!